25 декабря – один из самых важных дней в христианской традиции. Считается, что именно в этот день, около 2000 лет назад, родился Иисус Христос, которого христиане почитают как Сына Божьего и воплощение Бога на земле. С незапамятных времен люди отмечали зимнее солнцестояние, когда световой день начинает нарастать, обещая обновление природы. Празднование рождения Христа было приурочено к этому времени и объединено с древними традициями, которые в некоторых общинах по всему миру соблюдаются и по сей день. В Китае и ряде стран Восточной Азии праздник зимнего солнцестояния называется Дунджи, в Иране – Ялда, а в Японии – Додзи. Христиане же пронесли через века традицию чествовать момент, когда ангел провозгласил самое первое Рождество словами «Мир на земле». Каждый год в Рождество мы признаем, что истинный дух Рождества связан не с тем, что мы имеем, а с тем, кто мы. Каждый из нас – Дитя Божье. Именно это истинный источник радости в это время года. Именно это делает каждое Рождество счастливым.